Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик рынков. По идее, сегодня на многих рынках должны поменяться и накопления, и должны добавиться топовые акции, пакеты, скидки. В воскресенье, как правило, это уже они взяли раз в неделю делать. Сейчас посмотрим, что у нас интересного есть. Так, английский сервер, 1 плюс 1 есть. Слави Алены, Оленя, Castle Clash 2019 есть, нифига себе. Зайдем сюда попозже. Посмотрим, что у меня на этом аккаунте. Special Gifts. По акциям. Пиратик. 3. Меняли нам его или нет в этом году, интересно. Так и ничего не поменяли на пирате. Островок. Без изменений. Билд и пак есть, но на английском сервере он какой-то самый унылый. Честно говоря, со всех остальных билд и пак, ну... Шумаем, отумаем. А что тут интересного у нас сегодня? Ну, что они здесь в основном поставили? Здесь 10-е эмблемы Баста. Ну, а так... Такое себе. Так, окей. Смотрим самое интересное. Welcome паки у нас 1 плюс 1. Вот этот, если покупаете такой пакет, вам еще бонусом дополнительно приходит столько же плюх. Ну, в принципе, неплохо. Они хоть и мелкие, но зато расходники. Здесь пыльца и здесь расходнички есть. Что, accumulation? В принципе, видите, сократили. Вчера было побольше всего, здесь уже поставили. Но опять же, 75 тысяч самоцветов, ребят, бонуса. Я считаю, это реально очень круто. Плюс вы еще с этих паков, вот welcome pack, еще плюс 15k, 90k сверху, плюс плюхи в двойном размере можно получить. А New Year pack, ну это такой себе, лисица 3000. Тоже такое, что по самому рынку. Тяная вера. Ну, сегодня в основном были, я смотрю, продают много сундуков. Мэри и Зефир за полпака. Это как пак на русском. Сразу вы получаете два героя. Ну, я считаю, это реально уже прогресс, уже скидки. Плюс вы еще получаете сумки на лисичку. В принципе, неплохо. Бардик. 60 получается, ну если брать с нуля, тоже очень неплохая тема. Барт я показывал, тащит на сегодня. Ну и тут расходники. Так, окей, у нас по найм сегодня даже есть. Здесь ничего не меняли, так же как и в прошлый раз. И поехали на русский сервер, чекнем русский и сразу сейчас хлопнем за 450, проверим. Что там у нас за комменты? Я вчера целый вечер был занят серваками, изучал. Так, что там у нас? Так, русский сервер. Что у нас интересного? Некрос. На русском рынок вообще не меняли накопление. По-моему, поменялось. Если я не ошибаюсь. Скорее всего, да. Скорее всего, поменялось накопление. Но видите, на русском дают скины на старых героев. Это однозначно плюс. У нас этого на английском нету. Все остальное, все тоже.
Парящий остров. Так, это мы на этом аккаунте сегодня должны трешевать с вами. Так, тоже есть накопление, но намного круче, нежели на английском. Реально круче по выбору плюх. Конечно, по количеству нет, но... вот, пожалуйста, ребят, самая дешевая Мэри. Если на английском сервере, там, грубо говоря, на 25, ну, если брать Зефир, ну, там, по-разному, то тут вот вы за, грубо говоря, не знаю, сколько там получается. Я уже даже забыл расценки русского сервера. Самый дешевый вариант на сегодня. Хочу разделить, если умножить 200, где-то 10-15 баксов. Конечно, не фуловая, но я думаю, у многих осколки уже есть. 150 осколков. Круто. Плюс слизни добавили. 10 героев сразу можно прокачать. Но реально, сегодня паки на русском сервере вот эти вот неплохие. Так, что у нас еще есть? Набор. Большая выгода. Сокровищница. Настолка. Или заберем настолочку. А он вообще у нее не бегал, что ли? А не, она сегодня с 4-го. Не, она уже была. Странно. Так, фонтан, понятно. Закрылся уже. Ну, в общем, такие вот плюхи на русском сервере. Поехали на Тайваньку глянем. Может, там что-то поменялось. Нету, кстати, акции, которая есть на немецком сервере. В единственном экземпляре. Сейчас зайдем, я вам тоже ее покажу. Но, к сожалению, ее нет. Так, сегодня атака фортов, и сегодня ждите дохренища, охрененных видосов просто. Так, с накопления. Скорее всего, бонусация идет. Так, что у нас еще интересного? Ну, в принципе, здесь ничего. Ну, русский сервер, конечно, меня удивил. Так, идем на немочку, покажу вам немочку. И пойдем вчерашний видос смотреть. Опять спам такой же. Не знаю, что с этим он делается. 6 человек в спаме. 6-7. Так, немочка. У нас открылся магазинчик. Ну, в принципе, магазин. Есть такое. Так. Меня больше интересует. Не, акций никаких нету. Вот, ребятушки. Это акция. Кто не видел. Ну, может, попозже добавят на русском, кто его знает, но... А тут что-то надо сделать, что ли? Походу, надо что-то сделать, чтобы получить следующие плюхи. Так, вот, походу, так. Не знаю. Странно.
Не знаю, короче, напишите в комментах, что здесь надо делать. Наведите следующее, у нас откроется только через 6 часов. Странно как-то. Вот за найм питомцев. Надо скотратить, а получаете топовые сундуки. Тоже неплохо. Накопление немецкое 2020. Тоже школьное накопление. Так, соки. Поехали на русский сервер. Бьем за 450. Напоминаю, у вас должна быть открыта подписка и сделан куда-то репост. Вы должны оставить страничку свою, куда вы сделали репост и как с вами связаться. Ну, в основном это в одном месте, это ВК делают. Именно данного видоса, где мы разыгрываем огников. Так, давайте я не буду заморачиваться. Надо же еще закрыть свой аккаунт. Блин, сколько сегодня надо всего сделать? Еще атака фортов у нас сегодня. Так, зашли мы на свой аккаунт и сразу же фигачим за 450. 50 бесплаточка. Сразу же вину, это сразу же лукасик. У меня есть еще одна идея, я уже с завтрашнего дня ее сделаю по поводу этой акции. Заклинательница, убийца и палач. Вот такие вот у нас сегодня призы. Так, заходим. Именно будет, теперь зависит еще плюхи, не только от того, как ты угадал. То есть угадал, красава, получил определенный приз. Угадал определенный герой, если все срослось, будет приз намного круче. Так, заходим в спам, вытаскиваем спам наш. Такс. У нас кто там выпал? Заклинательница, палач. Сейчас я открою все и просто через Ctrl-F. Проверю, чтобы не листать полностью всех, потому что это, в принципе, можно и всех. Все, все. Сорок комментариев. Мы пойдем в самый низ с вами. Интересно, здесь еще у нас комменты есть за этот. Так, участвую, ставьте лайки. И не сравнивай донатный. Так, процентов от сердельки. Лучше бы дали награду за 17. Ледяной палач, панда. У нас заклинательница выпала. Палач, наемный убийца. Так, слизь нет. Почему Малецкий андроид не чекал? Он сегодня только открылся. Сегодня у вас будет топовый видос. Думаю, он походу новенький на канале. Так, это по поводу вчерашнего. Оборотень, слизь, шаман, синий слизь, циклоп, палач, нет. Эти заклинательницы сегодня нам все испортила. Топ-1 аккаунт сегодня будет. 16, такие же награды, 100%. Синий слизь, палач, истинная вера, космос, истинная вера. Такое себе будет, я даже смысла не вижу тестировать. Так, слизь, наемный убийца, палач, палач. Короче, доброго ранку, доброго. Заклинательницу никто не угадал. У меня на руплюхе, как у тебя на Тайване.
Это же он с первого века. Ну, пока двое написали. Так. Как на iPhone. 333 раза в игру. 341. На зефирку. Ты, походу, неправильно считаешь. Чем то меньше процент, тем ты лучше. Я как раз таки правильно. Ага, да как у тебя? 100 тысяч кулаков. 365 дней. Больше одного мира лучше, чем... Дали самые 300 коробок с кашками, 100 кока-колок и 100 пакетов. Сегодня, ребята, будем угорать над тем, какие мне плюхи дали. Так, походу заклинательницу реально никто не угадал. У меня 1 миллиард. Те же награды, как и тебе. 3 миллиарда рейдов. 26 эволюций, 20 эволюций, отсюда где-то 70. Его лучше 20% игроков. Жесть. Каждый день в игре 47 обликов, лучше других 26. Да, запределили проценты. Алло, народ, эти проценты связаны с запределем, а не общей статистикой АКа. Да какая разница, по сути это статистика аккаунта, даже если взять запределье, что связано но с запределием, взять общие показатели полностью по аккаунту, все равно хрень получается. Статка лучше, чем надбивацкий уровень запределья. 56% призы намного хуже. Я же говорю, они сделали призы по одной локации по ходу или как. Но сегодня посмотрим самый крутой аккаунт. 365 450 качей, 3 миллиарда золотых маны. Не прошел второй, третий за пределы, лучше 30, найс. Плюс кировые плюхи. Короче, вся стата просто жесть. Так, не отвлекаемся, то еще пропущу. Может, кто-то угадал заклинательницу. Короче, отдадим плюхи, я думаю, этому пацану. Но для новичков я запишу отдельный видос по конкурсам, выложу его, чтобы вы понимали, что надо делать. Привет. Да, ничего особенного. Да, скриншот нет. 357 33 18 золота монетный клетка лучше, чем 99 38. Итог такой же, как у сардельки. Вот я о чем говорю, это просто чисто статистика, чисто статистика была по поводу героя. Ой, тут и героя говорю, по поводу запределья. Ну просто картинка, плюхи дали там плюс-минус рандом. Херню дали. Ну вот это называется, мы вам сделали типа награду именную, но никакую. Я в рейдах участвовал, у меня лучше, чем 30. Блин, заклинательницу даже никто не угадал.
Вот реально, некоторым дали столько кулаков. Я считаю, это самая лучшая награда для многих, особенно без донатов. Золота, 100 славы, 300 кгшек. Но 100 как кулаков, реально это круто. Вот 500 камней апекса, вот это реально круто. Дней заходил и посмотрите, 100 кулаков, 100 книг, 500 самов, 2 камня судьбы, 4 100 мешков золота, лучше чем 15%, 1,5 миллиарда маны золота, заходил 70 дней. Какой-то, я же говорю, бред. Да уж, Дед Мороз, бочка палач. В общем, сегодня никто не выиграл, я с вчерашним победителем спешусь. Что могу сказать? LGG, как обычно, разводила. Вот и все. Мы вам сделали приятный сюрприз. Посмотрим, что у меня будет сегодня на основном аккаунте. Там хорошие статы должны быть. В общем, посмотрим. Пишите комменты по поводу угадайки утренней. Я завтра сделаю или сегодня. Не, наверное, завтра уже в видосе с понедельника распишу правила. Расскажу с утра, сделаю отдельный видос. Что и как, еще подумаю над условиями. Всем удачи, всем пока.